Жители села Сингуряны Рыжканского района хотят, чтобы их населенный пункт вошел в состав муниципия Бельцы. Люди говорят, что их решение обусловлено рядом проблем социального и экономического характера. Некоторые жалуются на то, что вынуждены ожидать приезда скорой помощи из Рыжкан, тогда как Бельцы находятся всего лишь в 13 километрах от их села. Об этом сельчане заявили на встрече с местными советниками в минувшее воскресенье 30 апреля. Когда нам нужна какая-нибудь справка, за ней необходимо ездить в Рыжканы, хотя наше село расположено под Бельцами. То же самое со скорой помощью. Пока неотложка приедет из Рыжкан, можно трижды умереть. Все жители этого хотят. Многие сельчане работают в городе. Много детей, студентов, которые учатся там. Малыши и взрослые едут учиться в Бельцы. Если бельцы будут получать доход от нашего села, то и к нам они повернутся лицом и окажут нам помощь. А сейчас как они могут нам помочь? К примеру, этой зимой множество машин были заблокированы на выезде из села из-за снега и гололеда. Что вы, господин примар, сделали, чтобы расчистить дороги? Примар села Сингуряны Вирджил Малашак с сарказмом заявил людям, что желания жителей села неосуществимы, так как эти мечты разнесут в пух и прах как в местном, так и в районном советах, так и в парламенте. Для того, чтобы перейти под юрисдикцию города Бельцы, необходимо согласие местного совета села Сингуряны и районного совета Рыжкан, а также утверждение парламента и согласие муниципального совета города Бельцы. Бельцы дадут свое согласие, а вот остальные нет. Также примар подчеркнул, что вместе со сменой территориального и административного статуса населенного пункта село не сможет рассчитывать на внешнее финансирование для собственного развития. Тем не менее, жители села Сингуряны начали собирать подписи за включение этого населенного пункта в состав муниципия Бельцы. Подписные листы будут представлены в Бельский муниципальный совет и руководству примарии. Необходимо отметить, что собранию жителей села местная публичная администрация чинила различные препятствия. По крайней мере, так утверждает один из сельских советников Валерий Чубутару. На сегодняшнем собрании нам отключили электричество. Сделано это было с целью того, чтобы мы не были услышаны людьми. Месяц назад жители коммуны Натальевка Фалежского района также заявили о своем желании войти в состав муниципия Бельцы.